Протокольное мероприятие началось неофициально. Председатель Совета депутатов Валерий Венцель от лица коллег и от себя лично поздравил представителя совхоза имени Ленина Зою Целыковскую с днем рождения. Спасибо вам огромное. Очень хороший подарок. Все замечательно. Спасибо огромное. Первым на повестке дня был вопрос об оценке деятельности главы Ленинского муниципального района Олега Хромова по результатам работы за 2016 год. Напомним, что в среду глава представил общественности доклад по итогам социально-экономического развития района. Депутаты отметили, что в целом документ получился сбалансированным и полностью отражает работу администрации, проведенную в 2016 году. Несколько уточняющих вопросов задала представитель совхоза имени Ленина Зоя Целыковская, после чего депутаты проголосовали за то, чтобы признать деятельность главы и администрации Ленинского муниципального района удовлетворительной. Прошу голосовать. Вторым вопросом, который рассмотрели депутаты, стало решение о внесении изменений в реестр должностей органов местного самоуправления. Докладчиком выступила Елена Егорова, председатель ревизионной комиссии муниципалитета. Она указала на некоторые несоответствия в реестре должностей, касающихся муниципальной службы. Оказалось, что одинаковые наименования должностей инспектор контрольно-счетного органа и старший инспектор контрольного счетного органа находятся в двух реестрах должностей и должностей, относящихся к техническим должностям, и в реестре должностей, относящихся к должностям муниципальной службы. Депутаты приняли решение о внесении изменений в необходимые документы. Далее слово было предоставлено заместителю главы администрации Сергею Куканову, курирующему, кроме всего прочего, вопросы земельных отношений и муниципального имущества. Он озвучил перечень имущества, находящегося в собственности сельского поселения Молоковское и подлежащего передаче в собственность района. Это жилой дом, дороги, инженерные сети, сооружения, казарма, КПП и земельный участок. На уточняющий вопрос одного из депутатов глава района Олег Хромов пояснил, что ценность представляют не столько строения, пришедшие в негодность, сколько земля, которая при должном обращении может быть хорошим активом. Решение о согласовании перечня имущества также было принято единогласно. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.